Привет, волчонок! Пристарывайся поудобнее, ведь в этом видосе Флэзина никто не хочет прийти в GTA 5! Да, ребята, сегодня я вам расскажу историю о том, как был маленьким ребенком и был без дома. Я пытался найти новых друзей, которые смогут мне помочь. Но все меня ненавидели и только пытались избавиться от маленького ребенка. Но главный вопрос этого видео: смогу ли я себе найти дом или меня кто-нибудь приютит? Ну а кто это будет? Друзья, смотрите ролик до конца, чтобы узнать. И давайте на этом супер видосе наберем один супер лайк. А супер лайк выглядит как число бесконечности. А если сделать вот так, то это число 8. То есть на этом ролике должно набраться 8 лайков. Это же капец как много. Ну а также подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Ведь я знаю, что многие из вас еще не нажали на красную кнопку. И я не понимаю, почему? Лучше уже подписаться, чем ничего не делать. Ну и я желаю всем приятного просмотра. Что же утро? Барсик, доброе утро! Новый день, и снова я без дома. Ох ты, блин. Так, ну дождя вроде как не было, это хорошо, а то картонки уже гниют с каждым днем все больше и больше. Так, Барсик, ты кушать хочешь, а? Да, хочешь. Ну я вот тоже хочу кушать, но ничего вроде нет. Хотя, ну-ка, мусор обновили. Так, ну-ка, ничего. О, коробка от пиццы! Так, ну-ка, может, блин, пусто. Да ё-моё, я кушать хочу! Блин, и никто меня не приютил до сих пор! Ну как, я же ребенок, ну должны были уже! Блин, почему меня никто не любит? Так, ладно, Барсик, жди меня здесь! Я пойду погуляюсь, посмотрю, может, что-нибудь по свалкам! Так, ну-ка, тут ничего! Ничего, так тут тоже, так это всё, фу, комары! Так тоже не то, блин, ну кто-нибудь, ну, приютил бы меня! Было бы хорошо, покормил бы меня! Или еще что-то! Точно! О, это автомастерская дяди Васи! Может, у него там что-то есть? Так, ну-ка, он сейчас что-то делает, да, наверное, работает там. Ой, так, секунду, он работает над новой машиной какой-то. Так, пока он меня не слышит, я его могу обчистить. Так, где еда? Так, у него есть еда? Так, это что? Так, масло? Это не то, так, еда, мне нужна еда. О, это что? Ай, блин, объедки. Я думал, это что-то будет поинтереснее. Так, ну-ка, ничего, пусто. Блин, чуть еды нету. Блин, ну обычно он вообще злой. О, это что? Кусочек пиццы! Так, я его возьму, так, сейчас съем, покушаю, так, пока он ничего не видит, так, надо взять и покушать. Ладно, с машиной закончил, сейчас надо пиццы поесть. Какого хрена ты делаешь? Подожди, стой! Дядя Вася, не бейте меня, пожалуйста! Иди сюда, я тебя убью! Куда бежать? А, точно, ну нафиг, ох, все, дядя Вася, не сможете забраться, я здесь паркурю. Я смогу забраться, я еще какой сильный. Ой, тихо, так, по трубе, давай, нет, а вы тут не пройдете. Мелкий, иди сюда, ты мне надоел уже, я тебя убью. Тебе 50 лет, как ты проходишь-то? Олки-палки, так все, пусти, старик ты, блин, ага, вот тут ты точно не пролезешь. Мелкий молокосос, ты меня уже надоел, я тебя сейчас привечу и убью. А, дядя Вася, ну его нафиг, а то ремнем сейчас еще по попе дашь и все. Ой, перелази так быстрее. Пока, дядя Вася, я спрыгиваю. Вот сюда надо прятаться. Как страшно. Мелкий, я за тобой, ты куда побежал? Сейчас у меня такого ремня отведаешь. Так, куда он побежал? Ладно, сейчас догоню тебя. Убежал, слава богу, блин, ненормальный старик. Так, ладно, все, я побегу лучше назад. Как раз таки там пицца осталась. Сейчас покушаю наконец-таки хоть что-нибудь. Блин, 2 дня не ел уже. Так, давай. И вот кусочек пиццы. Наконец-таки, он еще не скоро прибежит. Так что сейчас надо покушать быстрее. Эх, блин, Барсик, жалко, что мы тебе корма не нашли сегодня. Но не волнуйся, завтра вот 100% его найдем. И, кстати, еще завтра мы пойдем искать новую семью. Посмотрим, кто нас может приютить или еще что-нибудь делать. Вот, потому что уже в этой фигне мне надоело жить, тут холодно. Ой-ой,
Дядя Вася, извините меня, пожалуйста, я не хотел есть вашу пиццу, вы только не бейте меня, пожалуйста, я залезу сюда. Да хватит, все, давай, слази, бить я тебя не буду, обещаю. Ты это самое, ты меня реально так надоел, уже вторую неделю воруешь мою же еду, мне это надоело, давай все, там, не знаю, покупай себе еду или иди к родителям, я не знаю, найди себе дом новый, хватит у меня воровать все. Ну, извините, меня просто, ну, никто не хочет приютить, вот, я не знаю, почему, может, я плохой ребенок или что, но, а может, вы меня приютите, я не буду воровать что, у вас еду. Ты что, мелкий, вообще уже обнаглел, что ли, не понял, я и так один живу, мне тесно, ты еще мне там зачем? Иди себе новый дом найди там, не знаю, кому-нибудь. Как? Это мой единственный дом, куда я пойду, тем более тут Барсик еще живет. А, единственный дом, значит, да? Но у меня способ есть, как тебя прогнать. Устроим фаер-шоу небольшое. Устроим? Какое? Зачем? Стойте, не надо! Просто не кидайте, дядя Вася, стойте! Подождите, это же мой единственный дом! Если у тебя не будет дома, то ты не будешь воровать у меня еду. Фаер-шоу начинается! Мой дом! Подождите, ой, как горячо! Стойте! Пока, там, мелкий! Барсик, стой! Нет, блин, потушите кто-нибудь, вы куда? Ну? Дядя Вася, блин! Так, быстро, так, Барсик, секунду! Тушить, нет! Где Барсик? Барсик! Боже, блин, как тут жарко! Как жить, Барсик стал шашлыком! Эх, блин, почему так грустно? Вот в этом доме свет горит, значит, там кто-то живет, значит, там кого-то приютили, а меня не приютил никто. Да, блин, почему я вообще бездомный? Я же всего лишь-то ребенок! Это что такое? Опять это... врезался, блин, что за день-то ненормальный, я не пойму. О, боже мой, что с ним такое, что он водить-то не умеет, или что? Где моя дверь, где мой носок? Я что, без штанов? Так, откройте. О, подождите, ну-ка, я... Прием. Ёлки-палки, он еще падает, так, а я смогу проскочить? Так, ну-ка, как мне плохо, где моя ванная? Я домой проник, да ладно? Это что, так тут тепло, типа? Вот это домик! Блин, меня реально приютили, типа! О, тут кухня, еда! Вот так, хлеб, как вкусно! Очуметь, блин! О, телевизор! Мультики, ни разу не смотрел мультики, надо посмотреть! Опа-на! А эта комната пустая! Это будет моя комната, точно! Блин, моя комната, моя личная комната, первый раз такое! Что это за звуки из соседней комнаты? Я вроде живу один. Это ты кто такой вообще? Извините, вы меня это приютили, вот, я бездомный, меня зовут Паша, кстати, можно я тут буду жить, кого, да? Кого я никого не приючивал, слышь, ты, молокосос, давай, вали с моей квартиры, я тут живу, я сказал, быстро вали с квартиры! Чё, не трогайте! Господи! Охота на волка! Ненормальный! Тихо, всё, хватит, я бегу, я убегаю! Господи, какой-то ненормальный, ну его нафиг! Блин, чё-то все такие злые, не могут даже приютить меня! Всё, я бегу, я сваливаю отсюда! Блин, как холодно! Так, мне надо срочно найти новый дом! Так, и желательно картонный! Так, ну как, картон! Подождите, может из него что-то сделать можно? Хотя, блин, ну нету, даже скотча нету! Ладно, пойду дальше! Нет, только не дождь! Сейчас еще заболею! Господи, как холодно! Так, быстрее под мост! Так вот, под мостом будет все хорошо! Конечно, холодно! О, здравствуйте, я вас тут тоже погреюсь возле огонька! Здравствуйте! А ты, ах ты кто такой вообще? Не понял, да? Я мальчик, вот! Я бездомный просто, вот! Подождите, а что это у вас тут? У вас палатки? Подождите, можно вы меня приютите, пожалуйста, к себе домой? Что приютите? Ты что, шутишь? Мы бомжи, у нас нету дома, мы не можем приютить. Тем более, не я тут главный, у нас босс решает, кто тут живет, а кто нет. Да ладно, возьмет, я же ребенок, это... это что такое? Здравствуйте! Привет, малыш, а ты кто такой? Я что-то не понял, тут первый раз тебя вижу. Я бездомный, вот хочу это...
можете меня приютить, пожалуйста, а то я, ну, вообще бездомный полностью. У меня был дом, его сожгли, короче. Что? Что ты такое несешь? Ты что, дурак? Мы таких, как ты, не принимаем сюда наше общество бомжей. Вали. В смысле? Подождите, така. Вали отсюда, мальчик, я тебе быстро сказал, значит, трендюлей дам. Подождите, ну я... Быстро вали отсюда, сейчас я... Нет, не трогайте меня, пожалуйста. Нет, вы уйдите. Помогите, за мной гонится какой-то ненормальный. Уйди. Ой, ну его нафиг, все, я ухожу, я бегу отсюда. Он ненормальный. Тоже, блин, бездомные меня не принимают к себе домой. Ладно, пойду, блин, искать дальше дом. Эх, блин, даже бездомные не приютили меня к себе домой. Ну как так-то? Я просто не понимаю. Я же вроде... Ай! Ты, блин, елки-палки. Ё-моё, кто выходит там по дорогам? Чё все такие злые? Ты чё, куда едешь ты? Я вроде маленький. Да я по дороге еду, смотри, по дорогам не ходи, тут не бегай. Играешь, что ли? Так тут пешеходный переход, тут вроде можно ходить. Это пешеходный переход, что ли? Ну да, ты виноват, получается, вроде. Да ё-моё, у меня стёкла запотели, ничего не видно. Блин. Ясно. Ладно, прости тогда, елки-палки. Чё тут под дождём ходишь-то, играешь? Да, ну а чё, ну а мне негде больше играть, ну точнее даже ходить вот, потому что у меня дома нету. Домой иди гуляй давай. Так у меня дома нету, я говорю, все, ничего нету. Не понял, как это дома нету? Ну, так, ну к родителям дома. Иди, они домой отведут. Так у меня и родителей тоже нету, и дома у меня тоже нету. У меня ничего нету, я обычный маленький мальчик бездомный. Как это родителей. Так? Ну вот так вот случилось, все, я пошел, давай. Ладно, стой, запрыгивай ко мне в Ламборгини тогда, погреемся. А ты не будешь меня бить? Или там? Нет, не буду, давай садись. А поджигать дома и будешь вместе с котом? Не буду, зачем это делать? Ну ладно, хорошо, а то у меня были уже такие случаи. У меня дядя Вася! У тебя в порядке все, ничего не болит, елки-палки. Ну вроде нет, конечно, ты меня ударил в свои Ламборгини, но сейчас вроде все хорошо. Да я и так тут гоняю по дрифту, тут по дождю, вот дрифтит, все понятно. Нифига, у тебя машина-то, она дорогая, да, наверное, крутая, да? Да, нравится? Очень, блин, вот это прикольно. О, а что это за баскетболист у тебя, или что это такое? Это игрушка прикольная, мне она нравится. Игрушка? Хочешь подарить тебя? Да, у меня никогда не было игрушки. Ну вот, слушай, а как так-то? Ничего я не понимаю. Без дома, без родителей. Ты, наверное, голодный, да? Да, я вообще ничего не ел. Я вот кусок пиццы только украл вот вчера и все. Слушай, ну поехали в какой-нибудь ресторан, не знаю, Макдональдс, может. Серьезно, да, давай. Я никогда там не был, поехали. Как вкусно, нифига себе. Это бургер. О, блин, никогда не ел бургеры. Блин, спасибо тебе огромное, реально капец, да, как нет, вкусно. Да нет, что ты ешь, давай. Я это первый раз вообще в жизни кушаю. Блин, как же это вкусно. Еще и это как-то сососола, да? Очень такая... Кока-кола. Как? Кока-кола? Ладно, кока-кола, да, очень вкусная. Блин, я первый раз вообще... Давай, кушай. Ну, я покушал все, я больше не хочу кушать. В смысле, все уже? Ну, и куда ты отправляешься? Ну, я не знаю, ну, о... Нифига себе, ну я не знаю, ну это самое, ну что, пойду как бы куда-нибудь там, ну, пойду, не знаю, ну, в общем... Куда пойдешь, тебе же идти некуда. Идти некуда, ну, короче, да, у меня же дома нету. Ну, ладно, не волнуйся, вот, найду как-нибудь, может, картонную коробку. Давай, подумай лучше, может, я сейчас что-то придумаю, что-нибудь надо такое обалденное сделать. Ты так, куда тебя можешь? Да, сейчас что-нибудь я подумаю, придумаю. О, может, ты меня приютишь к себе домой? У тебя же есть дом, если у тебя такая Ламборгини. Ну да. К себе? Ну да. Слушай, к себе. Ну, у тебя же есть дом, может, к себе там... Ну, у меня... Ну да, есть. Ну, поехали, ты меня приютишь или... Ну, давай попробуем, погнали. Да, погнали. Блин, если у тебя такая Ламборгини крутая, значит, у тебя и дом крутой есть. Вот это да, блин, меня никогда еще не приютили, ну не приютили, или как это называют, короче, вот. Ну ты первый, кто согласился, короче, ты прикинь, я первый раз, когда попросил, чтобы меня приютили, мне, короче, сожгли мой же дом. Ничего вот. Себе! Да, и там это, был Барсик мой кот, он стал шашлыком. Блин, какая классная все же у тебя машина, а сколько она вообще стоит-то? Ой, много, я даже сам не знаю. А долларов 100 стоит, да, наверное, очень много? Ну нет, мне кажется, больше даже. Больше? 120, что ли? Короче, приехали, считай, чувачок. Аккуратненько паркуемся. Это твой дом тут, что ли, находится? Ё-моё! Да, вот тут даже есть подъезд такой. Аккуратненько, нифига себе, вот это да! Блин, реально, свой дом, это же круто! Ну это как бы не мой дом, но, короче, пошли за мной, покажу тебе. Не твой, так ладно, давай пошли, куда-то надо идти. Вот сюда, видишь, дверка с зеленым окружением. На втором этаже живешь, нифига, вот это же реально классно. Ты посмотри, какой домик. Нифига себе. Блин, ну-ка, это классный дом, но я думал, у тебя что-то будет получше, ведь у тебя Ламборгини какая-то, или как ее там называют.
Блин, ну вот сейчас мы разберемся, считай. О, телевизор, у тебя даже телевизор есть, нифига себе. Да, и там магнитофон, и даже вон там. Ты из окна какой классный, все светится, все светает. Посмотри, блин, туда. Это штендер города получается. Блин, о, а это твой друг. Здравствуйте, здравствуйте. Это не друг, это риэлтор. Кто? Риэлтор. Кто это такой? Это кто квартиры, короче, как сказать, продает. Продает квартиры. Стоп, ты продаешь свою квартиру уже? Нет, я покупаю. Ты. Мыси, ты продаешь свою квартиру и опять ее покупаешь сам? Или что? Нет, я не покупаю. Это не моя квартира, ё-моё. Так. Подожди, а где твоя квартира? Ты меня не приютишь, значит, или что? Это нет, тебе... я ее покупаю, но это не моя квартира. Так, она будет моей, но потом будет твоей. Моей? В смысле моей? Ты мне квартиру покупаешь, что ли? Да, да, это будет моя квартира. У тебя же нет квартиры. Я тебе вот такую малюсенькую взял на одного человека. Я думал, меня приютят, они подарят мне квартиру. Это то есть все мое теперь будет, да? Ну, получается, да, тут ремонт можно сделать, там прибраться, убраться и все вычки-пуки. Это да! Сэр, мы можем договор оформить, вы должны расписаться по бумагам. Можете здесь, здесь. Давайте! Офигеть! Блин, то есть я тут могу отдыхать, веселиться, делать... О, что, деньги какие-то лежат. И... О, котик! Здорово! Блин, спасибо тебе огромное! Только я не знаю, как тебя зовут, но спасибо, короче, тебе огромное, то, что ты подарил мне квартиру. Вот. Ну, ладно тогда, что это? Ну, хочешь, у меня будешь это теперь жить тоже, если у тебя квартира. Да я поеду по делам тогда, слушай. Да. Ну, ладно, все, еще раз спасибо тебе огромное. Давай. Там, если что, я тебе там позвоню как-нибудь. Хотя у меня телефона нету. Блин, это реально моя квартира, вот это да! О, и котик еще. Так, котик, тебя будет звать Барсик 2.0. Всего хорошего. Да, до свидания, и вам всего хорошего. Блин, вот это да! Я думал, меня, значит, приютят, а не подарят целую квартиру. Ладно, я тут буду жить. Ну и вот такой счастливый конец у нашей истории. Наконец-то этот малыш нашел себе новый дом, и теперь он тут живет весело, счастливо, ну и здорово. Короче, ребят, я надеюсь, ролик вам понравился. Вы ему поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делайте красной кнопочкой подписаться серой. Ну а с вами был FlazingGel. Всем удачи, всем пока, народ! Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.